5 июня прошел рейд по торговым точкам, которым ранее выдавались предписания на снятие или приведение в соответствии с действующими нормами рекламных баннеров и вывесок. Первой остановкой в маршруте стала торгово-производственная база в поселении Правдинский. На этой территории раньше располагалась овощебаза. Сейчас помещения сдаются в аренду под склады или магазины. Должны быть современные конструкции определенных размеров, то есть не более 0,5 метров должны быть надписи. Если какие-то товарные знаки, то это отдельно согласовывается, как бы там размер выше, чуть больше. Вот. Но это должны быть цветовые, желательно это в идеале отдельно стоящие буквы на подложке, либо без подложки, но здесь, конечно, подложка лучше. Вот. Плюс это должно предварительно быть согласовано с нашей архитектурой, администрацией, то есть как бы они должны посмотреть, дать свое одобрение. В предписании, направленном собственникам торгового объекта, было указано убрать рекламные вывески, так как они давно не соответствуют нормам. Кроме того, было выдвинуто предложение привести внешний вид овощебазы к нормам, которые указаны в документах управления архитектурой и градостроительства. Частично требования были выполнены, несколько вывесок демонтировали. С остальным ситуация намного сложнее. Овощебаза на данное время не пользуется большим спросом у предпринимателей и арендаторов. В итоге денег приводить ее в надлежащее состояние просто нет. Осталось 4, но арендаторов где-то было, наверное, 15-16 как минимум. И что вы планируете делать сейчас? Не знаем пока еще. Согласно действующим правилам, необходимо сделать общую вывеску с отдельными буквами на подложке, отремонтировать фасад здания и забор. На то, чтобы начать хоть какие-то работы, у владельцев объекта есть порядка 2 недель. В 20-х числах июня пройдет очередной рейд по территории округа. И если не будет выполнен хотя бы проект новой вывески, устаревший баннер демонтируют. Есть во всей ситуации большой минус. Правила, касающиеся рекламы, могут измениться в течение полугода, и все работы будут напрасными, если не успеть заключить договор еще до изменения правил. Но есть те, кому все равно на любые правила. Для летнего сезона года это тривиальная картина. Фургон с фруктами и продавец сломанно изъясняется на русском языке. Цены ниже, чем в магазине, но никакой гарантии качества. Просим жителей внимательно относиться к такого рода торговым точкам и не покупать с рук у людей, которые не имеют ни сертификатов, ни разрешительной документации. Получить, может, дизентерию или какое-нибудь другое заболевание. По крайней мере, вы можете прийти в магазин и предъявить претензию. А здесь, конечно, предъявлять некому. А здесь вы предъявлять претензию будет некому. Сегодня они есть, завтра нет. Только вчера этих людей забирали в отдел полиции, и им был выписан штраф о несанкционированной торговле в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Не прошло и суток, как сегодня автомобиль с фруктами на том же месте. Люди продолжают торговать. И сегодня вновь они встречаются с сотрудниками полиции. Вновь будет штраф. Разница только в одном. Вчера под деревом рядом с автомобилем стоял диван. Сегодня всего лишь стул. Павел Ласов, Пушкинское телевидение.